интересно, откуда в русском языке взялось слово капуста, символизирующее деньги. Это все началось с наших первых челноков, которые летали в Китай. И там от китайцев узнали, что слово капуста созвучно в китайском языке слово богатство. Кроме того, пекинская капуста выглядит вот так. Здесь ее лепестки, которые расходятся таким веером и как бы втягиваются в середину. И оно работает как пылесос. С другой стороны, узел корней, который замыкает все это. Таким образом, капуста тоже является символом денег, и ее фигурки из нефрита ставят в офисах, дома, лепестками к выходу, а корнями в середину дома, для того, чтобы оно затягивало деньги и уже из дома их не выпускало. Вот откуда взялось синоним деньги и капуста. Все связано с Китаем.